Передо мной два борща, приготовленных из одних и тех же продуктов. В первом случае это борщ обычный, а во втором – в горшочке. Борщ боярский, приготовленный по старинному русскому рецепту. Он подавался к столу только по большим праздникам. Как вы думаете, какое блюдо будет вкуснее? Запах стоит просто невероятный. Попробовать? Ну, хорошо. Мне боярский показался чем-то вкуснее. То ли там чеснока больше. Боярский, да, вот здесь прям русский дух, здесь Русью пахнет. Может быть, его бабушка готовила там, я не знаю, а этот не бабушка. Более насыщенный вкус у него. А вот этот он, ну, мне кажется, больше столовский вариант. Мне нужна еще одна попытка. Они одинаковые. Они точно одинаковые. Просто я их плохо размешал. Подвох в том, что это один и тот же борщ, он налит из одной и той же кастрюли. Разница только в подаче и названии. Дело в том, что когда человек читает красивое название, у него в голове формируются очень интересные ассоциации. И, конечно же, эти ассоциации о вкусной, здоровой, полезной пище. Хитроумные маркетологи широко используют этот прием, иногда описывая обычное банальное блюдо очень красивыми терминами. От этого блюда для многих людей становится гораздо аппетитнее.